Всех с вами старый Кисуня и Far Cry Primal. Мы продолжаем играть. До этого я записывал, у меня тут запись маленечко. Ничего себе, снайпер, я же не видел, что этот хрен идет там перед ним. Так вот, короче говоря, записывал я, запись у меня это похерилась. Там произошло еще одно неприятное событие. Ну да ладно, в общем, что вы, товарищи, пропустили? Вы пропустили то, как я выполнил задание «Война племен». Нашел... Освободил, называется. Прикольно. А что поделать? Так вот, короче говоря, так, значит, выполнил я задание, тут замочил этих голубых придурков, таких, которые нам в конце прошлой серии попались, сжег нахрен их пещеру, прям все сжег, там камень горел, плавился, капал мне за капюшон и все такие вот дела. Вот, и продолжил наш путь за охотницей. Попутно вот нашел костерок. И там, собственно, заснул, и после этого у меня все сломалось нафиг. Так что сейчас мы с вами продолжаем наш путь за охотницей. Ну, я думаю, что это не первая, не последняя миссия вот этой вот воинов там. Куда попал, непонятно вообще. Кисунь, давай там, мочи всех нафиг. О. Так, а тут людишки. Тут людишек что-то вообще очень много. И, кстати, заметил прикольную вещь. Вот эти племена вот этих вот голубых и красных. Они друг с другом воюют. Вот сука, а. А ты кто вообще? Зачем мне делать на тебе быстрое убийство, я не понял. Ты же своя, нет? Нет? Ну ладно. Это непонятная тетка была. Ну, если сказали, что ее можно убить, я ее убил. В общем, все это самое. Все, в общем, просто. Так, о. Деревца мне нужны. Так, я думаю, в общем, что будет у нас еще возможность, скажем так. Еще тут кого-то потом поубивать, поотвоевывать территорию. Но пока что наша основная задача является добраться до нашей охотницы, а потом вернуться в город для изучения навыков всевозможных, которые нам дадут эти наши новые продвинутые супер-мега персонажики. Посему идем. Идти нам осталось всего-навсего 300 шагов. Зачем нужны вот эти вот места, я не понимаю, честно говоря. Не понимаю. Так, о, это тапиры. Это тапиры, а здесь у нас... А, здесь у нас охота на зверя образовалась, да? Ёп! Ты меня чё испугал-то так? Я думал, это кисуня. Это не кисуня ни хрена. А где-то... Козел, что ли, какой-то? Ладно, пойдем, короче. Опасные тут места, этот первобытный лес. Зверей, блин, носится целая куча. Какие-то, блин, голубые носятся. Красные бегают, тут всех убивают. Прям вообще кошмар.
Не знаешь, куда пойти. Вот так вот. Все, успокойся. Молодец. Смотри, что она с ним делает. Кисуня у меня вообще просто. Она какая-то... Такая шибанутая. Ну, кошка, хрен ли, что с ней взять-то. Вот, волк Серега был не такой. Он просто ходил и ссал. Ему было нассать просто на все. Так, кострище. Какое кострище, нафиг? А, вот тут вот кострище. У нас где-то наверху, да, я так понимаю. Так, а вот здесь вот у нас вообще какие-то интересные места. Ну ладно, пойдемте-ка наверх. Используем наш крюк. Скалолазы. Скалолазы. Вот как раз к кострищу мы и добрались. Разожжем костер. Зачем, правда, не знаю. Но, наверное, надо. Чтоб оно нашим стало. Так что пусть будет нашим. Так, а мы тем временем идем. Вот сюда. Сейчас нас тут отправят на каких-то зверей еще охотиться. Здорово, здорово. О, сиськи. Так, ягуары. Ягуаров остановить, духов освободить. И где это? И где они? О, не, слушай, чувак, извини. Но... Нет. Чувак, чувиха там. Ну, неважно, короче. Человек. Я как-нибудь потом этим займусь. Оно слишком далеко не по пути к нам. Потому что мы находимся вот здесь уже. Уже прям вот почти что. И это хорошо. Потому что мне не терпится уже попасть в нашу деревню. В нашу столицу. И там... Что-то, какие-то навыки новые исследовать. Сейчас еще с этой охотницей, небось, будет какая-то заварушка связана. 100%. Они же не могут просто так там взять и сказать, а, да, ты что, пришел, там, новый хозяин, хозяин зверей, да, ну, пойдем. Ух ты, смотри, змея. А что, я не могу змею, что ли, обобрать? Ну, в смысле это. Так, смотрим. Апа! Тауинджа. Ну, тайванка. Шлаута. Маджиш пади, мама фуай. Пардоньте. Два сашвалим, харсар камас. Читау гатта. Два сашвалим сам харси. Харс хавчу вайдам, квати салка дайчам. Маджиш варшта мама фпади. У квати салка дайш. Айш харс вайдатта. Души гуаш. Веселая бабенка. Харс, чангуаш. И, а что надо сделать-то? А, выследить медведя. А медведь ходил туда. А здесь что-то интересное. Так. Вот идем мы за медведем. Ой. Зачем ты стрелу поджег? Что, медведь там, что ли, у нас живет? Ну да.
Так, собаки тут дикие всякие. Кто-то разорванный. Посмотрим. Медвежонок пришел у нас тут полакомиться, да, я так понимаю? Гасурьярс. Мед пришел жрать, Винни-Пух хренов. Пойдем дальше. У меня пчелы, интересно, не покусают, не? О, смотри, взял пчелиный рой, из них можно делать пчелиные бомбы. Конечно, есть у меня, блин, тут такие плохие предчувствия, как я буду эту мишку сейчас мочить. Копья. Сломанные. А, еще пчелиный рой. Растение. Я хочу в горы вот туда попасть уже. Там будет интересно. Но для этого мне надо сначала теплой одеждой разжиться будет. Так. Секундочку. Ну, сейчас мы, короче, завалим медведей, это там такая, о, ты такой крутой, там, да, давай пойду с тобой, ты чё, короче, все хорошо. Прикольно сделано, прям как вот настоящий, эта сучка быстрая, этот кабан тут прыгает боком, боком валит. Ой, дал ей пожрать, ну да ладно. Здорово, конечно, красиво очень сделано. Там какое-то кострище. Слышь? В глаз. В жопу не попало, а? А, все, сам скопытился. Нормально. Так, хорош. Что, туда, да? Я так понимаю. Ну, пойдем туда. О, прочная древесина, очень хорошо. Ну да, идем сюда. Я уже было подумал, что следы потерял. Но нет. Это что, обезьяна, что ли? Охренеть. Харс, Шанди. Медведь напал быстро. Ну да. Погрыз чутка. Бывает что? Так. Идем дальше. Тут что, в заплыв, что ли, отправился? Ну да, как-то так. Так, деревце, да? Деревце, хорошо, южный клен. Мы же там, наверное... Давайте-ка посмотрим, мы что-нибудь можем сделать. Или не можем его. Изготовление. Бомбы с пчелами. Сделали бомбы с пчелами. Это хорошо. Так, ты у нас что-нибудь даешь? Ремень для дубинок. Нести одну обычную, одну двуручную дубину. О, не, меня интересует больше вот это вот. Два копья теперь я могу носить, это хорошо. Это что такое, метательный нож? Так, метательный нож. Тут что надо?
Шкура пещерного льва. Охренеть. Где я его найду? Пещерного льва этого. Так. Ну, давайте сделаем еще и для дубинок. А то... Да и ножи, чего уж тут говорить-то. Все равно все не требует затрат. Как, например, так, так, прицеливаясь. Ага. Так, это что такое? Скорость движения увеличена. Удерживайте Ctrl. Ага. Чтобы восстановить ячейку здоровья. Так, это расстояние. Эффекты от пищи длятся 90 секунд вместо 60. Нет, давайте, наверное, вот это возьмем. Для начала. Будем прицельно метать дубинку и копье. Только я не понимаю, как это. Так. Что у нас тут? А у нас тут все хорошо, медведь идет дальше. Ладно. Наверное, медведь пошел наверх. Пыль южного камня, столько всего. Так. Это что такое, просто дерево? Ну да, как-то это просто дерево. Ага, зеленый лист. Отлично, отлично. А вот ты медведь. Ага, звериная шкура надо две штуки. Отлично. А здесь одну штуку. Плохо. Плохо. Так, ладно, давай-ка заберемся куда-нибудь наверх. А мы не заберемся, наверное. Нет, заберемся, подождите-ка. Сейчас мы заберемся наверх и попробуем сверху этого медведя пострелять чутка. А то как-то в ближнем бою с ним не хочется схлестнуться. Мишка! Один пошел. О, смотри, как стрела в жопе мелькает. Два. Три. Ай, мимо. Вот, блин. Это плохо. Это тоже очень плохо. Сейчас, по-моему, я грибу. О, нет, смотри-ка, мы его завалили. Отлично, просто великолепно. Так. Все, молодец, Кисуня, ты его добила. Ну и я тоже, конечно, красавец. Так, шкура бурого медведя, звериная шкура. Коли нам дали звериные шкуры, давайте-ка сделаем пару копий и еще одну дубиночку. Блин, не доделал копье. Угу. И дубиночку сделаем. Теперь мы вооружены и опасны. Так, что тут у нас? Да, у нас тут все нормально. Так, и что мне надо с ним сделать дальше? С этим медведем. А что-то мне с ним надо делать. Давайте посмотрим. Это что такое? Аванпост реки Пайска. Отлично. Так, найдите охотников. Теперь еще и охотников надо искать. Охотников мы будем по запаху искать или как? А, нам вот туда. Все, я понял.
Все, пойдем туда к охотникам. Так, а потом, наверное, можно будет... Так, что-то я не понимаю, что надо делать. Надо найти охотников. Где их надо найти? Почему мне туда показывали? Непонятненько, непонятненько. Может, надо туда все-таки спуститься? Ну давай, десантник. Спецназ. О, дошли. Суан ман мама пади. Дигвар чам чам шадаф мас. Вот, типа это они все сделали, да? Ну, тоже мне. Так, все. Мы эту, скажем так, девушку забрали к себе. И это хорошо. А это что такое? Найти и спасти. Отлично, здесь охота на зверя. Так, на хищников. О, да. Прикинь, сколько до деревни-то теперь шлепать. Совсем прям не хочется этого делать. О, это что такое? А, мешок там, понятно, мешки всякие. Так, тут есть что интересное? Особо интересного тут нет. Ничего. Хорошо. Хорошо. По-хорошему, конечно же, сейчас надо бы быстрым воспользоваться. О! Волк был. Надо воспользоваться быстрым перемещением. И оказаться у себя в деревне. А я сейчас сделаю другую штуку. У нас вот здесь вот блокпост. Вот мы пойдем его зачищать. Я так полагаю. Я думаю, что мы с Кисуни сейчас их быстро здесь. Как так-то? А, ни хрена себе, тут акулы какие-то плавают. Етить колотить. Вот это для меня, конечно, твою налево новость. Что, рыбина, блин. Давай, давай, плыви быстрее. Офигеть. Так, аванпосты, охраняемые лагеря, принадлежащие враждебным племенам. Захватите все аванпосты, чтобы сделать Урус безопасный для Винджа. Захваченные аванпосты являются точками быстрого перемещения в меню карты и открывают доступ к тайнику. Также после захвата вырастет население вашей деревни. Когда вы захватите аванпост, ресурсы противника будут отправлены в ваш тайник. Хорошо, но меня сейчас больше рыбы интересует. Вот это вот. Блин. Жесткая тварь. Давай, быстрей, 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 быстрей. Фу. Интересно, а как ее мочить, вот эту рыбину? Ножами какими-нибудь? Так, ладно. Отправляемся на спецоперацию по захвату аванпоста. Надеюсь, что у меня это получится хотя бы со второго раза. Смотрите, тут сидят, да?
Так. А сейчас вот, если сделать вот так, она же нам сможет всех показать, правильно? Наш беспилотный разведчик. Так, эти там какие-то... Так. Так, вот там еще один. Ага, еще один, отлично. Даже таких вот никого нету, кто бы по отдельности там может был. Ну, чтобы можно было его, например, на него кисуни натравить. Пока я там занимаюсь своими делами. Так. Ну что ж. Как-то так, да? Эх, был бы прицел, было бы здорово. Но прицела нет. Как? Да. Да. Твою мать, снайпер, блин, просто красавчик. Так, но он не успел ничего сделать. По-моему. Нет. Что-то он сделать все-таки успел. Твою мать. Хорош. Блин, что-то тут какая-то хрень. Творится полная. Твою мать, я вообще не понял, что произошло. Блин. Ладно, еще разочек. Отлично. Кисунь, ты где? Иди сюда. Сука, блин. Не. Блин, что ж такое-то, а? Шкура ягуара, шкура пещерного льва, бурого медведя. Интересные, кстати, артефакты попались тут.
Так, ну-ка давай, сова. Угу. Так, ну что тут у нас? Разведка завершена. Слушай, прикольно, он сгорел, да? Я... Кстати, у меня появилась интересная идея. Как это? Занимательное истребление. Сейчас мы попробуем одну вещь сделать. Что-то народу меньше, чем в тот раз. Оп. Прикольно. Кажется, у них что-то горит. Тихо. Не надо. Не надо вот этого. Так. Да ё-моё, не так, ну-ка. На тебе, сволочь. Вот я же говорю, слишком мало я их нашел по сравнению с предыдущим разом. Нифига себе тут фрешники. Хорош. Так, лечимся. Давай. Так. Кисуня, жри мясо быстро. Все хорош. Так, тут у нас происходит хрен пойми что. Этих мы не трогаем, не тратим на них стрелы. Оп. Давай. Ах ты, сука. Они мне тут кисуню подранили. И мне что-то как-то хреново совсем. Угу. Слушай, ты смотри, а. Блин. Жопа.